Привет опять. К сожалению, я не хотел резать предыдущий хлеб, но, к сожалению, мои детки сражались друг с другом, поэтому это очень плохо. Хорошо. Что такое? Что у вас складывает? Нет. О, нет. У него есть это бронзой копье, но уже есть это светлое копье. О, это серебронное копье. Хорошо, по-моему, это может быть самое лучшее, которое мы можем купить. Но, к сожалению, мы не можем купить следующую броню. Хорошо. Обнарудовали. И с ней, но, конечно же, все равно нам нужно, может быть, это 18 более драгоценный каменный. Посмотрите, конечно же, это Граспин, это самые хорошие предметы, которые мы можем купить, по-моему, поскольку это не очень дорогие и еще это полезные. Потому что каждый раз, который мы используем, это пополняет наш здоровье. Хорошо, это что такое? Нет, это просто черный конечник, который раскрывает наше будущее. Хо! Это, пожалуйста, что-то купаете это святыни. Я не могу возвращать дома до тех пор, я допродаю эти святыни. Вы можете даже, это девушка, которая не говорит, или это один пингвин может сделать это счастливым со святынями. Хорошо. Хорошо, я куплю один. Спасибо. Но очень много отстает. Я не могу возвращать дома. А один еще? Нет! Это одна святыня. Это достаточно. Ха! Это все, которое купаешь? Вы это жадный. Жадник, я не знаю. О! Это не очень благодарен. Матис! Привет, господин Матис. Что делаете? Привет! Вы прошли, чтобы купить один из моих портрет? А? Нет? Извините, у художника товарищ. Это не очень полезный сейчас. Привет, Турбо. Но это не Турбо. Моя бабушка была официантом для королевы в прошлой. Она сказала о королеве, но в эти дни своя история, что-то, это, я не знаю, но это просто перепутанными. Mixed. I don't know mixed по-русски. Это стыд. Это огромный стыд. Хорошо. Вы можете разговаривать с матой. Это материю, я не знаю.
это может быть трудно думать, понимать. Может быть, это бабушка. Это очень ужасная работа, ужасное действие, которое он сделал. Это без милости и без никаких симпатий, я не знаю, Пети, без жала. Это столько был трагедии. Это лучше. Лучше забиваю, чтобы я могу продолжать. Это крупная сумма невиновных людей без милости, без жал. Хорошо. Мы не знаем, это что, кто или что делает это кто. Но, конечно же, пострадавший был невиновными людьми. Как обычно. Однажды будет время, что эта толпа отправляет, или направляет эту страну. И для этого проходящий эпох, я изучаю и ночь, и день. Хорошо, революционер, господин Жон, у тебя есть много книг. Хорошо. Что делаете? Кто это? Это очень испугаемый. Мама помогает мне. О, норфестический лес. Это лесово северное из этого места. И вы не пойдите, нет? Не пойдете. Я слышал ужасные признаки, появляется на лесу. Хорошо. Он возвращал таковы из норфестического леса. Все, которые дошли до норфестический лес, когда они возвращают очень смущенными. Это может быть это rumor. Это может быть это rumor, или может быть половина правильный факт по-настоящему настоящим. Я не знаю, товарищи, что делаете. А между вас и меня это король здесь, это совершенно тиран. А почему proclamation? А почему это король сделает это объявление? Я не знаю, я не понимаю. Это какое обвинение? Это я не знаю, но это... Это если он искает, решет один... forgot the word groom. God dang it. Groom, но это, конечно же, возможный муж. Это было бы лучше, если это творжение не очень гораздо сделает. Конечно же, наша жизнь... Очень трудный.
Ко? Вы очень грязный парень. Это... Вы, ты не думаешь, что может сделать это браком. Сделает браком или замужно. Замуж это... с принцессой. Ха-ха-ха. Это просто сохраняешь свое время. Это грязный парень, как тебе. Это просто будет это стыдная ситуация. О, это белый ветра захватен, задержан в то же время, которое он выступил на замку. И если вы можете сделать принцессу разговорной, вы будет свой муж. И если чувствуете себя способным, напишите на замку Король Анри 13. 13 или 13. Ничего нет. Хорошо, это интересно. Почему принцесса? Доброго пожалуйста. Что? Это бомжи. И это люди, это рабочие. Выходить на задний дверь. Уф, это очень плохой. Привет. Они сделают работу. Работает это, таканает новые платье. Нет, я не хочу. Это круассант, это не нужно. И не сделает ничего. О, это... Виноград, не это вино. У меня есть много вина, но король захватает все. Я хочу сделаю напитки, которые все может веселить. Но я не могу сейчас. О, хорошо, огромный склад вина. Нет? Это очень... Я кинц, я экономист, и я предсказаю выроста развития городов. Это экономика этого города, это препятствует или это знает из-за направления корола. Это нет ни дёжки вырасти без огромных изменений в политиках. Это городский экономический городская экономическая выроста индекс это 0%. О, хорошо, огромно, нет? 0%. Привет, привет. Добро пожаловать в гостиню Bounty. О, и посмотрите, это очень хорошо. О, нам нужно принесет гостям немножко вина. И еще у нас есть... Танцевание – это очень интересное, экзотическое танцевание и музыка для тебя. О! О, это служивание – один из самых дорогих здесь. Ха-ха-ха-ха-ха! В свой счет –
это 100 тысяч, нет, это 1 миллион драгоценных камянов. И, пожалуйста, свой таб, свой счет заплатите. А? Что? Нет, я не буду заплатить. Нету. Вы тишедущедными. В тишедущедным. Я не буду заплатить. Эй, вы сделаете это шутка? Это мой... мои сены очень ясные. Если ты не можешь заплатить, вы можешь заплатить на трудовый лагерь. Это ГУЛАГ. Задержите. Кто вы? Рицар сказал, я слышал баунти. Это свои, это содержаешь свои жадные руки грязным. Опять? И вы не, ты не помни, напомнишь мое предупреждение. Это учитываете свой бизнес или нет, заплатаешь с жизнью. Это неправильно. Это один из моих специальных услуживаний. Это новая реклама, которой мы напугаем гост, и после того мы обеспечаем это обслуживание бесплатно. Интересно. О, я буду опубликовываю эту рекламу с жителями города. Дамфрида, пожалуйста, делайте, это хорошо. Спасибо большое. Извините, не весёх в этом месте, каковы грязны. И, пожалуйста, не думайте плохо о нас. Странно. Но я чувствую, я встречался... я встречалась с тобой, с вами, в прошлое. И если вы хотите стать мужем, посмотрите принцессу вчера, завтра. Ха-ха-ха! Привет! Мнищество. Хорошо. Хорошо. Извините, вы можете отстоять каждый длины, или каковы длины, как хотите. Билат. Я действительно, я не хочу потерять мою голову из-за леди Фрида. Это дама Фриды. Привет. Это дама с мечем. Это леди Фрида, дам Фрида, который защищающий принцессу. Это девушка, но фантастически, я не знаю, но это фантастическая сбирается с мечем. Это моя героинь. Это моя героинь. Нет героина, как вожду. Ха-ха-ха, хорошо. А по-моему, это достаточно.
И я ищу много слов, которые я смотрел. И это грум. Грум я не знаю. Я знал, но я не знаю сейчас. И это самое важное. Хорошо, это достаточно. Всего доброго, до свидания.